Здравствуйте, мы в студии 7. Мой сегодняшний гость – врач-методист краевого центра СПИД Руслана Шешина. Здравствуйте, Руслана Маратовна. Добрый день. Поводом для нашей встречи стал фильм Юрия Дудя, который называется «ВИЧ-2020». Точнее, я уточню, даже не сам фильм, а тот ажиотаж, который возник в вашем центре после того, как этот фильм вышел в эфир. Я бы уточнила. Да. У нас-то в центре он ажиотажа не вызвал. Мы только порадовались, что люди снова для себя актуализировали проблему ВИЧ-инфекции. Ага. Потому что вот здесь наши просто цели совпали. И у Дудя, и центра СПИД. Вот так. Ну, тогда давайте немножечко остановимся на Дуде и на его фильме. Вы его посмотрели? Конечно. Насколько вам он кажется, во-первых, своевременным, и во-вторых, компетентным? Знаете, с нашей точки зрения как специалистов, ну, конечно, нового мы там ничего не услышали. Uh-huh. Вот. А то, что касается подачи для населения, ну, есть некоторые вещи, которые для нас, например, спорные. Вот. Uh-huh. Есть вещи, которые, то, что он говорит о проблеме ВИЧ-СПИД, мало говорят в России. Последние 4-5 лет об этом так много говорят, потому что просто общероссийские федеральные программы идут по профилактике ВИЧ-инфекции. И их достаточно много. И столько средств, столько сейчас вкладывает у нас государство, пожалуй, давно не вкладывалось. Именно в первичную профилактику, в информирование. Ну, да. А здесь говорится, о фильме говорится о том, что этого мало. Ну, в такой слегка разоблачительной манере говорит, да, о том, манера... что прям, ну, вообще никто ничего не знает, прям государство вообще на это не обращает внимания, а вот мы сейчас. Да, ну, возможно, эта манера, она и послужила толчком к тому, что люди заинтересовались. Ну, да, главный результат. Хорошо. А теперь расскажите про то, как собственно, активировались ваши потенциальные или реальные клиенты, пациенты, и просто люди, которые пришли и решили проверить свой ВИЧ-статус. Скажите, пожалуйста, у вас как выглядит вот эта сама проверка, процедура этой проверки? Что необходимо? Прийти с паспортом или без паспорта? В какое время дня и ночи? Как это выглядит? Анонимно, не анонимно? Наши мобильные пункты, ну, скажем так, обычно работают с 12... Кстати, сколько их? Каждый месяц от 1 до 3. Угу. В разное время года по-разному. Угу. Вот. И работают они с 12 до 3. Это их самое дежурное время. Но если это совпадает с каким-то мероприятием, вот в марте будет Енисей Медика, ярмарка, то мы будем работать весь день с 10 до 5 вечера. Угу. Вот. И в это время можно прийти и сдать экспресс-тест на ВИЧ. То есть за 10 минут, можно сказать, узнать свой ВИЧ-статус. Для этого ничего не надо. Не требуется никакой специальной подготовки. Кушать, не кушать, пить, не пить. Документы мы тоже не спрашиваем. Мы записываем людей, спрашиваем их фамилию, имя, отчество, возраст. В большей степени это как бы нам надо для того, чтобы мы все-таки учет для ведем. Статистики. Да, для статистики, для проведения самой процедуры. И люди, им присваивается индивидуальный номер, но каждый третий забывает его. И когда они подходят, они говорят, я забыл. Угу. Ну, ищем по фамилии. Ну, а так как паспорт не спрашиваем, то, конечно, каждый называет себя как, собственно, хочет. Дальше я захожу на опасную территорию, я понимаю, что там все это вокруг персональных данных, и во многом эта статистика очень такая, скажем, травмоопасная. Но скажите, пожалуйста, вы можете сказать, какой процент вообще выявляемости при вот этих вот тестах? Среди общего населения, то есть когда мы выезжаем в торговый центр, где-то на площадях наши машины стоят, до 2,5% из числа обследуемых. Людей, это нормальная статистика. Вот вы говорите с часу до трех? С 12 до 3. Сколько за эти 3 часа людей успевают пройти это обследование? Буквально в пятницу 94 человека у нас прошли. Это был просто невообразимый максимум. Потому что достаточно сложно за 3 часа такое большое количество людей обслужить. Все-таки сама постановка теста, она занимает 2 минуты. Вот. В пятницу пропорция 2,5% сохранилась по выявленности? Нет, у нас мы одного человека только выявили. Одного? Да. Это люди это уже были очень вердикт окончательный? Или это только подозрение и идут перепроверять там или как это? Конечно, когда экспресс-тест показывает положительный результат, то специалист консультирует и объясняет человеку, что это еще не диагноз. Угу. Направляем в спеццентр для того, чтобы он прошел дополнительное обследование, угу. И будет уже четко понятно, это ВИЧ-инфекция или бывают еще некоторые хронические инфекционные заболевания, которые могут дать такой же результат при вот данном это исследовании. Что заболевание? Гепатит может дать такое? Гепатит, да? Может дать. Может быть, да. Хронические воспалительные заболевания почек, например. В свою очередь,
процент тех, кто повторно проверился и выяснилось, что у него нет ВИЧа, такая есть статистика? Ну, я бы сказала, их немного. То есть, чаще, ну, если, как чаще правило, экспресс-тест это подтверждающий. По поводу экспресс-тестов, в фильме как раз вот они использовали экспресс-тесты, которые, как сказал герой фильма, можно купить в любой аптеке. Я правильно понимаю, вот, это вот этот приборчик с полосочками, его можно просто приобрести в аптеке или, может быть, даже его где-то можно получить бесплатно? Можно купить, я вот, насколько знаю, в интернет-аптеке, в одной интернет-аптеке у нас в городе Красноярске, да, можно заказать, купить. Там, по-моему, они по слюне продаются. То есть есть определяющие по крови, есть определяющие по слюне. В аптеках города Красноярска вот свободной продажи я лично пока не встречала, и сотрудники наши не встречали. То есть они могут продаваться, это не запрещено, и граждане могут такими экспресс-тестами пользоваться. Ну, нету спроса. Вот мы спрашивали представителей аптека, почему у вас не продаются эти экспресс-тесты, вроде и недорогие, и необходимые очень. Они говорят, ну, люди не спрашивают, мы, собственно, не завозим. Ну, честно сказать, я тоже до сих пор до этого фильма не знал, что есть вот такие тесты, которые просто по слюне можно сразу же определить и выявить, у тебя есть какая-то проблема. Мне сложно называть это проблемой, потому что, на мой взгляд, это трагедия. Можно еще немного по цифрам? Скажите, пожалуйста, в прежние времена, скажем, сколько у вас в среднем проходит через вас вот этих обследований, сколько проходит через вас этих потенциальных, я не знаю, там, пациентов, как их правильно для начала называть, и как изменилась картина за последнюю неделю? Ну, у нас в среднем где-то 150 человек в день к нам обращаются. Это в рабочем режиме постоянно? Да, это в рабочем режиме. Ну, я бы сказала, что от ажиотажа какого-то обращения в центр СПИД мы не наблюдали. Ну, скорее всего, его отметили не у нас, может быть, в других городах, но по средствам массовой информации новость прошла, что неожиданно, как бы неожиданно, возник рост интереса к этой теме, и все больше людей приходит на это тестирование и хотят выяснить, и выявить у себя, или наоборот, не дай бог, или выявить у себя отсутствие всякой болезни. Но вот еще немного цифр, раз уж мы всю первую часть нашей программы решили посвятить цифрам, еще немного цифр. В прошлом году число ВИЧ в России уже достигло 1 000 000 человек. Кстати, в этом же фильме говорилось, что 1 000 000 человек – это только официальная статистика, что есть еще довольно внушительная доля тех, кто избегает всякого учета, контроля, вообще прячется, можно сказать, со своим ВИЧ-статусом. Да, поэтому наши пункты экспресс-тестирования, они направлены на то, чтобы эти люди пришли, те, которые не знают, и смогли узнать результат. Ну вот, и то, что 37 тысяч человек в стране умерло от СПИДа на сегодняшний день. И немного по гендерам и по возрасту. Основная масса – это мужчины в возрасте 30-40 лет и женщины в возрасте 30-35 лет. На мужчин приходится 4% ВИЧ, ну то есть в этой категории. И у женщин в этой категории 2-3% ВИЧ-положительных. Но мы поделим ВИЧ-положительные и больные СПИДом. Это тоже разная история. Мы тоже об этом вернемся к этому разговору в конце нашей программы. Пока мы сделаем небольшой перерыв. И в следующей части мы поподробнее поговорим уже о повседневной работе вашего центра. Вы поподробнее расскажете о том, как вы работаете. Я напомню, у нас в гостях врач краевого центра СПИД Руслана Шешина. Мы уходим на рекламу, после этого вернемся в студию, продолжим наш разговор. Ты дашь мне свои сбережения, и я их удвою. А если с тобой что случится? Мы все запишем на бумаге, и ты получишь обратно деньги и проценты. Мы открыты с 8 до 10, можете приносить свои деньги. У тебя теперь много денег. Госпожа Адель Шпицец, вы арестованы за ложное банкротство. Сделка с Адель. В среду в 8 вечера на 7-м. Майор еще в прошлом году на приписке говорил, что войны не избежать. Ну что заплакал-то, а? Дурак ты, Колун. Если и впрямь война, то всех загребут. Эй, ребята, ребята, сейчас не время ругаться. Им же все равно, что по радио объявили войну. Не до них сейчас. Какая еще война? Известно какая. Смерть. Два молодых деревенских парня, как и все, хотели жить, мечтать, любить. Война. Но внезапная беда заставила их быстро повзрослеть и встать на защиту Родины. Живее, живее, живее! Коленька, Коля! Все хорошо, мама. Ну ты чего, успокойся. Фаер!
и была война. В выходные в 5 вечера на 7-м. Мы снова в студии 7. Мой собеседник – врач краевого центра СПИД Руслана Шешина. Руслана Маратовна, теперь давайте уже непосредственно про работу вашего центра. Расскажите в двух словах, ну, скажем, учитывая, что вы врач-методист, вам часто приходится представлять работу центра и в СМИ, и вообще на публике где-нибудь. Вот стандартная такая презентация. Расскажите немного о вашем центре. Когда начал работать, сколько, чего, где и как вот? Нашему центру в этом году 30 лет. Вот, и... Слушайте, меня сразу восхитила эта цифра. 30 лет. Да. Мне кажется, это очень внушительно для того, что действительно, как бы мы ни говорили, что государство активно занимается, но, честно сказать, 30 лет заниматься СПИДом конкретно в центре, в официальном, это, по-моему, большой срок. То есть мы действительно уже давно этой проблемой занимаемся вплотную. Ну, конечно, в целом даже и по России примерно так же. И у нас идут вот эти вот даты, начиная с прошлого года. 19-й год, одни спеццентры образовались, 2020-й это другие, ну и кто-то в 21-м году. То есть было время, это 1989-й год, когда проблема ВИЧ-инфекции, она уже стала у нас в России явно проявляться, и было решено создать вот такую систему спеццентров. В Красноярске он у нас был один из первых по России, и он был, я бы сказала, в первой тройке спеццентров, которые как раз и пытались разобраться с этой проблемой, что с ней делать, как с ней бороться и вообще, что это такое ВИЧ-СПИД, потому что никто ничего тогда об этом не знал. Даже о путях заражения толком ничего не знали. Поэтому мы, можно сказать, стояли у истоков. Вот скажите, мы сейчас с вами разговариваем в период другого ажиотажа, другого заболевания, это коронавирус. И многие уже начинают говорить, что их уже немного раздражает разговор о коронавирусе, как о чем-то раздутом, непропорционально раздутой теме. А, скажите, вот СПИД тоже в свое время обвиняли, что это просто, ну, там, не знаю, пиар какой-то, что эта тема слишком перегрета, что она на самом деле не такая страшная, что любой элементарный грипп или ОРВИ гораздо больше уносит жизни. Там. И на сегодняшний день вы можете, ну, учитывая, что в СПИД-центре существует 30 лет, значит, все-таки проблема реально признана государством как официальная реальная проблема, с которой нужно бороться на уровне государственном. Скажите, на сегодняшний день ничего не поменялось в этой постановке вопроса? Знаете, уже в течение ряда лет мы говорим о том, что ВИЧ-инфекция у нас это эпидемия, потому что ВИЧ-инфицированных людей много. Потому что пути распространения такие, что заразиться, в принципе, может любой человек. И уже давно эпидемия вышла из среды тех, кто употребляет наркотики, тех, кто ведут беспорядочный образ жизни. Вот. И, в принципе, любой человек может заразиться. Если уж мы говорим о том, что каждый сотый в Красноярском крае живет с ВИЧ-инфекцией, что с начала развития эпидемии мы уже выявили 41,5 тысячи человек. Да, их сейчас в крае проживает меньше, потому что кто-то уехал, кто-то умер, но тем не менее. И сколько их, наверное, такое же число, которые не знают о своем диагнозе, они не обследованы, и они ВИЧ-инфицированы, они ходят, могут заразить другого человека, проблема, она стоит очень остро. Существует рейтинг, скажем, заболеваемости, ну, причин, где люди смогли заразиться этой болезнью? На первом месте это все-таки, я так понимаю, шприцы? На первом месте у нас всегда стояли наркотики. Но последние 4-5 лет это половой путь заражения. То есть 68% всех, кого мы выявляем, это люди, заразившиеся половым путем. Поэтому вот сейчас ситуация такая. Кстати сказать, вот провокационный вопрос для вас. У нас один из первых центров СПИДа. Учитывая его стаж, опыт наработанный, как получилось так, что Красноярский край вошел в десятку по числу людей, зараженных ВИЧ? Это потому, что вы хорошо работаете и хорошо выявляете, или потому, что вы плохо работаете, и болезнь все-таки распространяется больше, чем в любых других регионах? Я бы так сказала. С одной стороны, мы как система здравоохранения стараемся хорошо выявлять, и информировать. То есть нам очень важно, чтобы эти люди, они знали о своем ВИЧ-статусе, там, получали терапию, не заражали других людей. То есть мы не боимся этих цифр. Людей надо выявлять, ВИЧ-инфицированных, и надо предпринимать, ну, все, что мы можем сделать.
А с другой стороны, это мера ответственности каждого. То есть вот об этом не надо забывать. Как мы, медики, можем повлиять на половое поведение людей? Воспитывать mm-hmm. их, читать им мораль, да, как-то там свечку держать. Ну, что мы можем сделать? Наверное, нет все-таки. Наши mm-hmm. методы, они больше такие медицинские, биологические, эпидемиологические. Вот поэтому здесь, ну, мы как-то вместе должны действовать. Если раньше мы могли сказать, это всему виной наркотики, и mm-hmm. с этим надо бороться, это вот единственное зло, то сейчас сказать зло что? Наше поведение, наше отношение как бы к жизни, наша, ну, вообще мера ответственности или безответственности. Mm-hmm. Вот тут кого обвинить? Уже никого хорошо. Не обвинишь. Скажите, динамика заболеваемости, роста либо снижения заболеваемости последние, ну, допустим, возьмем там, выберите сами временной отрезок. Сколько вы там работаете, сколько вы владеете этими вопросами? 10 лет, там, 20 лет? Какой лучше взять период, чтобы эту динамику более ярко показать, отследить? Как меняется? То я могу рассказать с самого начала. Давайте. Да. 2000-2001 год. У нас mm-hmm. был подъем такой вот эпидемии, то есть если взять вот эту вот кривую, а вы можете которую... сразу предполагать причины этих да, подъемов? Да, тогда было очень большое распространение наркотических средств. Mm-hmm. Поэтому вот из-за этого именно. И я так думаю, что в тот момент мы стали активно выявлять и много выявлять, и mm-hmm. это вообще было по всему краю. Мы вскрыли просто тот пласт, который накопился в 90-х годах, когда к нам вот пришли наркотики. Угу. Затем эта кривая, она плавно-плавно опускалась вниз, где-то чуть-чуть поднималась, но ситуация хуже как бы не становилась. В 2013 году тоже был подъем, когда к нам в край пришли синтетические наркотики. Угу. Они тоже обусловили вот такое распространение ВИЧ-инфекции. Вот. И сейчас у нас, ну, мы наблюдаем некоторую такую стабилизацию распространения ВИЧ-инфекции угу. со сменой возрастных групп. То есть если 2000 год, 2010 год, это была в основном молодежь, сначала 15-24 года, а потом 15-30 лет, то сейчас это люди старше 30 лет. 30-49 – это самый такой возраст, пик сейчас распространенности ВИЧ-инфекции. Вместе с этим, я так понимаю, и категории этих заболеваний изменились. То есть если это были подростки там, и молодые люди, это, как правило, те, кто... это, как правило, наркоманы. А если мы говорим 30+, то это уже люди, которые в основном заражались половым путем. Да, конечно. Угу. Вместе с этим. Хорошо. Какие мероприятия проводятся по профилактике вашим центром на сегодняшний день, скажем, постоянно и, может, какие-то разовые? Мы работаем с разными группами населения. Для нас важно охватить как можно больше по возрасту, как mm-hmm. можно больше по социальному статусу. Ну, все мы охватить, конечно, не можем своими силами. У нас сколько? Только в городе Красноярске 4 специалиста, и по специалисту Ачинск-Минусинск наших филиалов. Mm-hmm. Ну, вот, поэтому то, что касается молодежи, ситуация здесь хорошая, стабильная. И мы переложили, так скажем, основной груз информированности на образовательные учреждения, mm-hmm. которые уже сами проводят классные часы, там, какие-то лекции, просмотры видеофильмов. А наша задача обеспечить их методически. Здесь я хочу вас прервать по двум причинам. Во-первых, тему вот этого внедрения этого вопроса в школу. Эта тема тоже очень спорная и болезненная. Много про нее спорит. Стоит ли преподавать детям? Стоит ли об этом рассказывать? По ВИЧ-СПИДу уже никто не спорит. Это тем не менее. Когда-то раньше, там, секс-просвет и так далее. Сейчас же и занимаются этим по-другому. А по второй причине я хочу вас прервать, потому что у нас снова перерыв на рекламу, и мы потом вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Вы допущены к работе в разведке, мисс МакКелви. Если кто-то спросит о вашей работе, вы должны солгать. Готовы к работе? Дадите советы. Работайте усердно и выживите. Майор Уилсон — наша звезда. Ты знаешь, я абсолютно неуместен для юной леди вроде тебя. Вдвое старше меня. Вдвое? Католик. Не думал, что ты религиозна. Миссис Уилсон. В выходные. В 6 вечера на 7. Еще 24 часа, и я увижу своего отца. Настоящего, а не того, что бросил нас с Элизой. Я буду жить с тобой, и мне никто не помешает. Вернон стал для вашей сестры навязчивой идеей. Ты украл мою жизнь, а я ее верну. Ваша сестра все расскажет, когда к ней вернется память.
Ты что-то видела? Он нес Лору на руках к бухте. С тех пор он возвращается каждое равноденствие, чтобы отомстить за смерть своей любимой. «Призрак Мон-Сен-Мишель» в субботу в 11 вечера на Седьмом. Мы снова в студии 7. Мой собеседник – врач-методист краевого центра СПИД Руслана Шешина. Итак, Руслана, по поводу преподавания в школах. Давайте поговорим. Ладно, по поводу ВИЧ-СПИД вы сказали, что споров уже это не вызывает. То есть все согласны с тем, что этот вопрос нужно обсуждать со школьниками. Да. А по поводу вообще полового воспитания. Нужно ли детям рассказывать, как пользоваться презервативами и как правильно заниматься сексом? Из какого возраста? Я считаю, что молодежь наша, подростки, они должны знать достаточно большой объем информации для своей будущей жизни, настоящей. Но ее надо правильно структурировать и правильно подавать. Поэтому у нас есть такие три волшебные буквы В, В, П. Это то, что касается профилактики полового пути заражения. Воздержание, верность, презерватив. Ну, этим, собственно, все сказано. У меня еще две расшифровки на ВВП да, в голове появилось. Хорошо, оставим это. Воздержание. Верность, презерватив. Презерватив. Да. И, знаете, в зависимости от поведения подростка, он для себя эти приоритеты отстраивает по-разному. Но я считаю, что информацию он должен получить, вот, исходя из этих трех таких вот знаковых вещей. Ну, у этой идеи есть масса противников. Кто говорит, что не смейте к нашим детям лезть с этими всякими грязными разъяснениями по поводу половой жизни. Кстати, если все-таки вы за то, что им надо это преподавать, с какого, по вашему, возрасту нужно это делать? С 14 лет. То есть у нас 14... на этот счет есть законодательство Российской Федерации. С 14 лет мы можем рассказывать им о ВИЧ-инфекции, инфекциях, передающихся половым путем. Ну, и так далее. А есть ВИЧ-инфицированные младше этого возраста в крае? Есть. И как много? Ну, единичные случаи, но есть. И это все-таки через шприц? По-разному. Через шприц и половой. Но не секрет, что нас... Это зря я спросил, конечно. Что нас вызывают для того, чтобы беседовать с ребятами, которые на учете состоят и своей жизни уже много испытали. Вот, и... Ой, тяжело. Вот даже не хотелось бы об этом узнавать. Да, действительно. И такие даже случаи есть. Хорошо. Давайте мы с вами сейчас продолжим другие сферы профилактики, нет? Нет. Да. Мы поговорим о других сферах профилактики. Но в процессе, скажем, вот того, что вы сказали... Хорошо, давайте мы ближе к концу проведем тоже вот такой небольшой урок, теперь уже для всех зрителей, для взрослых, не только для школьников, о том, как правильно, что делать. Я имею в виду сейчас ответы на самые банальные вопросы по поводу ВИЧ-СПИД, которые до сих пор еще бродят в умах наших граждан. Давайте про другие средства и методы профилактики. Хорошо. Это наше взрослое население, я бы так сказала, работающее, до которого достаточно сложно дойти и найти, поймать. Ну, собственно, мы сейчас именно это и делаем. Да, пытаемся. Да. И вот средства массовой информации – это один из каналов, и очень неплохие, потому что люди смотрят. В настоящее время положение таково, что... Я уже конечную фазу расскажу. Да, хорошо, семинары, различные информирования, плакаты, буклеты, которые передаются в организации работающие, там они размещаются. Но теперь у нас внедряется вообще по всей России еще один путь информирования. Это инструктажи через специалистов по охране труда. То есть все работающее население, все организации, это которые имеют появилось? Таких специалистов. А это уже вот третий год постепенно вот так вот внедряется. И... То есть инспектор по охране труда на работе теперь должен рассказывать о том, как беречься от ВИЧ-инфекции? Да. Он сам может и не может рассказать, но для этого существуем мы, Центр СПИД, и у нас есть определенные методические наработки. Есть электронный модуль. Уже вот мы такое сделали, что просто подойди к компьютеру, ткни кнопочкой, немножко прочитай, ответь на анкетки, оцени степень своего риска, и ты, собственно, в конце получишь о себе вывод вот такой. Стоит тебе беречься или у тебя все в порядке? Я даже не знал о такой инициативе. Да, она есть. Ну, я здесь работаю недолго. Может быть, наш инспектор по охране туда и проводит такие инструктажи регулярно? Сейчас только начались вот с этого года этот цикл внедрен в обучающие программы специалистов по охране труда. Угу. Вот, ну и, конечно, различные акции. Сейчас они у нас все проходят с экспресс-тестированием. Угу. Вот что еще?
семинары, акции, тренинги. То есть, в принципе, все формы информирования, индивидуальные консультации. Ну, учитывая, как вы сказали, что у вас там очень немного работает людей, да? Да. То это большой объем работы, и большое вам за это спасибо. Ну, давайте теперь перейдем к небольшому ликбезу. Несколько вопросов, которые, собственно, ответы на которые давались и в том фильме, от которого мы оттолкнулись в начале нашей программы. Но все-таки эти вопросы не лишним будет проговорить еще раз. Скажите, пожалуйста, ВИЧ-инфекция может ли передаваться через рукопожатие, посуду, воздушно-капельным путем и прочими неполовыми и не, скажем, медицинскими методами? Конечно, нет. Здесь я вам встречный вопрос задам. Если вы, занимаясь приготовлением пищи совместно с кем-то, праздник и так далее, случайно кто-то из вас порезался ножом, и это же может сильно сделать так случайно, да. И непроизвольное движение руки, кровь брызнула, она попала где-то на одежду, на кожу, на нож, на доску разделочную, на те овощи, что мы нарезаем. Вот что вы будете делать? Вы опасаться чего-то, заражения или нет? Во-первых, я постараюсь помочь человеку, который порезался, да. А потом уже подумаем, сообща, что можно с этим сделать. Это уже, наверное, коллегиальное будет решение, потому что, как вы сказали, там несколько человек присутствует в этом гипотетическом случае. Хороший ответ, что сначала окажете первую помощь. Главное помнить, что наша кожа – надежный барьер, и риска заражения здесь не существует. Просто, знаете, все вот эти контактно-бытовые заражения, вернее, так скажем, контактно-бытовые пути, через которые заразиться невозможно, они в теории людям кажется, что это действительно так. Но когда наступает конкретная ситуация, и вот я вам описала типичную конкретную ситуацию, то человек задумывается, и он боится. Лучше я ничего не буду делать, он предпочитает самоустраниться. И таких ситуаций в жизни достаточно много, когда люди, страх выступает на первое место. Я полагаю, даже когда человек доподлинно знает, что это невозможно, присутствует все-таки какой-то иррациональный страх, который все равно... И именно из-за этого вот эта самая стигматизация происходит, когда человек становится изгоем, от него отворачиваются, его сторонятся, потому что все боятся, чего-то боятся. Конечно. Вот, поэтому здесь, конечно, никого осуждать за это нельзя. Люди действуют так, как им предписано, не знаю, там, природой. Ну, что говорить, если у нас до 30% работающего населения, кого мы анкетируем, до 30% считают, что можно заразиться через укус комара до сих пор. Ну вот. Да. А, кстати, вы сказали, что в этом фильме для вас ничего нового не было, как в большинстве. Но для меня новым было то, что вот я впервые услышал, что, оказывается, ВИЧ-положительная мама может родить абсолютно здорового ребенка. Да. Вот это для меня была новость, потому что я полагал, что если уж есть, скажем, круг кровообращения общий, то там никак нельзя уже избежать. А там, знаете, не общий круг кровообращения, потому что плацента, сосуды, которые питают ребенка, и сосуды матери, они через плаценту как раз, это не прямая взаимосвязь, это диффузия. Поэтому ну, вот тут так. Я просто свою дремучесть проявил по поводу медицинских и таких биологических вопросов. Но, тем не менее, для меня это было откровение. Я не знал, что такие случаи есть, и что если проходить терапию, ну, и обнадеживающее самое, там как раз говорили, что если проходить грамотно терапию, что человек может спокойно долгие годы жить и совершенно никак не выглядеть каким-то, ну, как больным, изможденным, больным, изможденным. Да? Скажите, на ваш взгляд, когда-нибудь нам удастся победить эту болезнь, ну, или, скажем так, как говорят пожарные, локализовать? А мы уже небольшими шажками, но идем в этом направлении. То есть Россия вступила в программу 90, в которой уже Европа, Соединенные Штаты, они в течение ряда лет имеют уже неплохие результаты по снижению случаев заражения ВИЧ-инфекцией. 90% населения должны быть обследованы на ВИЧ. У нас пока меньше процент. И то, я бы сказала, из всех, кого мы обследуем, это где-то 24% в год, большая часть обследуется, потому что им надо обратиться в медицинское учреждение за медуслугой, или это военкомат, или это профосмотр, разные специальности. А только маленькая часть приходит осознанно и с пониманием, у нее были риски. Поэтому вот мы можем сделать эти 90%, именно повышая уровень осознанности и понимания людьми необходимости обследования на ВИЧ. Вот, давайте эту фразу мы как призыв для всех наших зрителей в финале нашей программы, чтобы все осознали серьезность этой угрозы и чтобы все сами для себя решили, как они будут в дальнейшем действовать, чтобы они сами проверились и, скажем, рассказали об этом своим знакомым и близким, чтобы все относились к этому заболеванию более осознанно. Да.
Итак, мы завершаем разговор с врачом-методистом Краевого центра СПИД Русланой Шешиной. Большое спасибо вам, Руслана Маратовна, за эту беседу. До новых встреч. До свидания.